понимаешь, тут. Вот тут вот трамваи ходили. Вот так вот. Прямо вот так вот. Ну, сейчас теперь под землей метро есть. Вот, там что-то это. Пойдемте дальше. Вот так вот. Тут вот. Всякие вот такие домики. Ну, старые, конечно. Старые подстройки. Где-то тут делали ремонт еще. Вот. Ну ладно, я потом включусь. Делаю трансляцию. Покажу вам цирк. И вертите. Вот, смотрите. Белоркос. Цокольный этаж. Игрушки для взрослых. Вот. Конечно, все было по-другому. Там наша полиция. Вот. Цветущий сад. Тут такие это. Такие домики. На-на-на-на-на-на. Вот. Такие вот дела. Вот такие вот дела. Вот. Там гостиница, можно, конечно, было бы проще выйти. Вот. Так. Ой, тут вот. Железнодорожный универмаг. Ну, тут-то тоже пятерочку открыли, везде все подкрывали. Всякую велоподковку сделали. Вот. Это вот тоже старое здание. Старый этот. Вот так вот. Тут вот банк сделали теперь. Остановки вот 96-й. Отключили пекарню, мы этот сделали. Включили. Вот. Короче говоря, вот и наш ДК железнодорожников. Слушай, кто там у нас играет тут. Вот видите, близко штаб будет у нас 17 марта. Вот локомотив типа того. Вот. Вот. Тут у нас все приезжают сюда. Из Украины приезжают, и из Беларуси, из Эстонии, из Латвии, из Литвы, короче, со всех этих городов мира. Даже с Италии приезжали сюда в повороте. Видите, всероссийский фестиваль, конкурс с 9 по 10 марта. Не знаю, работать мне. Друзья мои, вот это дворец железнодорожников, короче говоря. Вот в нем много проходит концертов. Приезжают разные артисты. Короче говоря, я вам уже говорил. Вот. Сегодня вот конкурс тоже был. Вот. Так что вот. Можете просто. И тут знаменитый артист наш новосибирский, сейчас покажу. Есть афиша, можете прийти 17-го, кто в Новосибирске живет, 17 марта в 7 часов, в 7 часов вечера. Сейчас покажу вам афишу. Можете, то есть придите вот сюда, вот на ой, начало 3 часа. Вот начало 17-го. Можно прийти. 17 марта. Малый зал. Билеты там можете купить. Вот все-таки вот. Наш Новосибирский. Этот. Так что вот. Мы продолжим дальше потом. Вот такая вот. Здание выстроено. Вот. Ну там вот, короче говоря. Вот наши
Вечерка. Ансамбль Александра Заволокина на Пасху. Вот, в 3 часа дня можете сходить на ансамбль Вечерка Александра Заволокина. Это все, короче говоря, это. Конечно, уже тут налепили. Это 30 юмористический. Однажды в России спектакль, короче говоря. Вот. Тут-то был зоомагазин, рыбок продавали. Все такое. Вот. Теперь мясная лавка стала. Тут вот такой вот у нас тоже магазин здоровый. С вами мы идем. Мы споем. Мы бегом. Ой, чуть не чеканулся. Ой, друзья, у нас вот такой цирк. Вот такой, вроде бы так. Вот, не знаю. Такой вот, видите. Вот такой. И это вот, короче, постаревшие березки. Как на магните, конечно, маленькие. Но так и большой. Вот. Видите. Улетает прям. Да, ель такая. Видите, какая клевая. Вот он. Полетел. Ну и синички. И снегири. Вон они сейчас. Подождите. Вон они. Видите? И вон она. Небо такое прям классно. Снегирёк такой. Снегирь. Вон они. Красотулечки такие. Такое. Ладно, друзья. Всем красивого дня. Гуляйте, ходите. Вон там птички улетают. Эти красненькие такие. Может быть, подождите. Сейчас. Вот такая птичка. Что за птичка? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Такая маленькая такая. Вот. Как называется, я даже не знаю. Но это не свелистиль. Маленький, то есть крупненький, серенький. Давайте, пойдемте дальше. Тюк-тюк. Мы нашли его. Где-где-где улетел на самую. Лазит по веткам. Ладно, пойдемте. Такая цель у нас. Ну, смотрите, вот такая красота. Вот, друзья мои, погуляли мы немножко по городу. Конечно, по делам тут все такое нашелся. Конечно, холодно. Смотрите, тут вот с такой стороны.
дороги нужны. Вот так вот. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Ребенок больной, не могу собрать 200 рублей на лекарства. Ребенок при смерти, помогите, пожалуйста, 200 рублей, на колени упаду. Ну дай вот свои 100 рублей, ради ребенка. Не, не, больше нету, честно. Честно. Да я. Я не буду, конечно, заходить в церковь. Там снимать нельзя, конечно. Там снимать нельзя. В этой церкви. Вообще нельзя там внутри снимать. Честно говоря. Такая вот красота. Вот, смотрите. Красиво, красиво. Иконы такие. Смотрите. Ну так вот, конечно, можно. Такая вот церковь. Тут раньше магазин «Весна» был. Сейчас, конечно, нет. И вот тут вот ходили раньше трамваи. Вот, троллейбусы ходили. Троллейбус больше не ходит, 25-й. Так что... Ой, извините, кашель. Вот, всем подай. Видишь? Ладно, там... Этому пацану подал немножко. Вот это нравится. На этом мы завершаем наш блог. И я, короче говоря, пойду. Вот. Так что всем пока. Мозаика. Вот она. Ну, конечно. Но она целая, нормальная такая, советская еще. Вот ее так вот сделали. И вот, тут вот так-то, ну, там рынок центральный, вот так вот, троллейбусы, трамваи ходили, то есть, ну, троллейбусы ходят, а трамваи уже не ходят тут. Это, конечно, ярмарка, вот такие вот, смотрите, эти штуки. Вот. Вот ночной город. Мина. Свежак хочет тортики. Тортик я тоже сам могу делать. Такие вкусняшки, вкусняшки. Такой вот, смотрите, шоколад, но он стоит такая сумма. Это правда. Такой Наполеон. Вот. Такие вот творожные колечки можно купить. И вот тирамису покупал вот такую. Вот такой вот. И, конечно же, где-то тут и киевский. Я люблю вам показывать киевский тур. Друзья мои, ладно, все вкусно, вот у меня вот почти вот такой получился хороший тортик, такая вот, смотрите, это вот колбаска, вот я потом сделаю такую колбаску, ой, ладно, и вот такой вот, смотрите, медовый абрикос такой, стоит 300 рублей, это тут 500 рублей,
И это черепашка 340, вот такая черепаха. Вот. Ну, в этот раз киевский, вот он, киевский торт, я вам всегда показываю. Он подорожал, поганец, видите. Стал, стоил 340, стал стоить, ну, такой. У меня лучше получился, вкусный. И, короче, знаете, лучше можно... У нас нету все равно. Вот. Такой тортик, короче говоря, лучше купить, чем, извините меня, пиздякаться. Вот. Так что вот, милый мой, лучше купить. Пусть вы потратите 509 рублей, но вы будете знать, что вон, то есть ваше время драгоценное сохранится. Такой вот домашней сметаной. У меня лучше получился. Вот потом черепаху. А вот этот еще дороже. Вот 600 рублей вот такая черепаха. Такой вот фонарь вот можно маяк купить. Вот. Видите? Для садика. То есть для клумбы. Он будет светить. Вот. Тут белочки такие. Сова такая. Ну и сова такая. Такая 500, такая 600. И вот этот ёжик такой. Такой классный, классный, классный. Друзья мои, здравствуйте. Короче, спасибо, что вы смотрели мой видеоканал. Сегодня, то есть видеоблог, который я сегодня сделал. Вот. Сейчас приду, замонтирую и выпущу. Так что ставьте пальчики вверх. Будет все прекрасно. И подписываемся на канал. Вот. Ну и все. Всем пока. До новых встреч в других влогах. Пока-пока.